Мария Матвеева ждет первенца. Вместе с мужем они уже даже придумали имя. Кстати, современные аппараты УЗИ могут не только точно определить пол ребенка, но даже увидеть, на кого будет похож будущий малыш. Каждому человеку здесь индивидуальный подход, все хорошо, то есть все врачи очень вежливые и улыбчивые. За день в женской консультации проводят до 50 исследований на новейшем оборудовании. Ультразвуковая диагностическая система последнего поколения приобретена за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области. В 2018 году за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области мы приобрели современный высокоточный аппарат для ультразвуковой диагностики. С помощью этого аппарата мы на более высоком уровне можем диагностировать те или иные заболевания, в том числе и состояние плода внутриутробно. В среднем в год женскую консультацию посещает до 70 тысяч пациенток. Причем 5% из них состоят на учете по беременности. Приобретение нового аппарата УЗИ позволяет врачам вовремя диагностировать отклонения в женском организме и назначить лечение. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».